Смотрите, что мы нашли. Какая пика на доме. Домик какой красивый. С этой стороны, вот они, старые дома, аккуратненько, Дим. Вот они, старые дома заканчиваются, видите, а тут уже новые дома. Их уже снесли. А тут вон они, там дворики интересные очень. Да, Дим? Интересные дворики. И дом. Тут уже забором заградили вот это. Или нет? Сносить, что ли? А, нет, еще не сносить. Тут вот с этой стороны тоже последние дома. Их же скоро снесут все эти дома однажды. И не будет, их останется только на пленке, на камере, на флешке, на жестком диске, да? В Ютубе, в соцсетях. Поэтому записываем. Там вот дома какие красивые. Там на крыше вообще мох растет. Сирень. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Смотрите, этот дом уходит под землю. Смотрите, вот оно окно. Вот оно, видите? И здесь пристрочка. Подожди, не тряси меня. Уходит, дом уходит под землю, уже рушится. Вот тут видно окно, вон оно. Тут тоже. Там он какой, тут разбито уже окно, но там люди, по-моему, живут еще. Вроде бы. Окна целые, обычно разбивают все окна. Вот они, новые дома. Так, зеленый, пойдем. А тут вот оно здание какое, красивое, кирпичное. Кирпичное, а сверху деревянное. Но зато снизу фундамент кирпичный. Ты не поймешь, вздрагиваешь. Вот оно, какое красивое. Там такие орнаменты. Ай, сейчас машина все перекроет. Здесь вот тоже, вон она. Дом, у него такая пика. Разваливается уже, хотя в доме тоже живут. Тут уже новые дома. Вот они построились, новые дома. А тут остался еще старый дом. Еще стоит. Вот она разваливается. Кто разваливается? Ну, вон, видишь, пика разваливается. Вон они стоят. Да. Тут вон дома. Тут вон. Ну, снизу вот фундамент кирпичный. Он держится хорошо, конечно. Большая часть домов таких, они хорошо держатся. А наверху вот дерево, но оно хоть да, держится. Не покрашенный. А, ну у кого-то вот тоже был такой же фундамент, вот видите, окно. Он ушел под землю. Этим домам, наверное, кстати, очень-очень много лет. Им не один десяток. Там вот за закрытым забором. Тут он на окошечке, сайдингом. Кто-то живет почти прям, одни ноги видит на первом этаже. Хотя, мне кажется, на первом этаже жить удобнее. Там он что-то покрашивает, покосилось. Вот здесь голубенький домик. Красивенький. Тут тоже. Там вон дворики всякие. Здесь уже не особо. Да? Вот тоже кирпичный. Кирпичные, вот они долго держатся. Кто-то даже заделал прям окна. Кусочек кирпичный. Или это уже новый? А, это новый дом. Пристройка новенькая. А вот это, смотрите, какой домик ровненький. Ровненький. А вот тут вот уже старый. А вот тут вот кирпич прям ровненький. А тут, смотрите, дом уже сгорел. Крыша сгорела. Такой большой, такие, смотрите, у него окна полукруглые. Интересные. Вон там даже стеклышки видны разноцветные. Сейчас подойдем. Тут вот у нас здание треугольное. Ой, господи. Треугольное. Будь здоров. Ну, здесь окна открыты, все открыто. Видимо, недавно
Видимо, недавно. Он там лестница, которая скрипит наверняка. Ну нет, конечно, он, видишь, там уже пошустрили. Тут все обвалено, бачу, там мусора прям много. Много-много мусора. Лама, вон, видишь, вся крыша видна. Прозрачная, да? А здесь уже сразу продают. Тоже дом, смотрите, весь перекосился. Катастрофически. Да, его уже продают. Наверное, есть куда переезжать. Да, много лет им. Наверное, лет по 100 им уже. Обычно внутри просто вещи всякие, а это что-то понавалено, значит, люди наваливали. Да, а там что еще? А, там еще нижний этаж, да. Видишь, вот так люди жили. Видишь, нету ни обоев, нет, ничего нету. Ты еще живешь хорошо. Вот наше треугольное здание. В серединочке пока стоим. Тут машины едут. Откуда выйдем? Через 6 секунд уже пойдем. Такая зеленая Самара. Такая красивая. Вот пищит, все. Можно идти. Пошли. Вот оно, здание. Смотрите, какой дом. Зелененький. Такой красивенький. Хоть и обколупившийся уже, но все равно красивый. Тут перекосился. Обычный серый. Вон там дворик свой личный. Так ребенка спать уложил. Живешь на таком доме? Классно. Уложила спать, вышла во дворик. Села, книжку почитала, порисовала. Воздухом свежим подышала. Наверное, клево, мне кажется. Хоть и в городе живешь, вся инфраструктура, но при этом как и на даче. Хоть и шумный, но все равно. Птички все равно поют, слышно. Наверное, здорово. Вот, пожалуйста, внизу. Видишь, ушли они уже под землю, ушли. Постепенно уходят тоже. А вот тут, смотрите, дом какой коричневый такой, нежный какой-то, темный, как, я не знаю, красно-кофейный, что ли, с молочком или латте. Такой интересный цвет. Мне, кстати, он что-то напоминает из детства какие-то, дом какой-то, я не знаю, какой-то, как будто гости сидят, стол длинный, деревянный. Что-то с памяти такой, с прошлого, может. Эти цвета. Вот здесь тоже, кстати, такого же цвета. Пойдем дальше. Пошли дальше. Хотела здесь проехать на трамвае, все это заснять. Но даже вот этого дома я не видела, когда мы ехали. Но решили пешком все-таки пройти. Что-то такие цвета мне прям, не знаю, что мне напоминает. А, ну, в принципе, подождите, у меня такой цвет, да. У меня постоянно кожа такого же цвета. Что-нибудь напоминает. Вон там дворик вообще. О, смотрите, дом. Видите окна? Это окна. Были когда-то. Вот он ушел под землю как. Здесь даже видно, земля отсоединилась. Щель такая большая. Был дом, еще и наклонился вдобавок. Прямо видно, что он наклонился. Вот так уходят дома под землю. Мы все еще идем. Уже почти до дома доходим. Смотрите, а тут какая пятиэтажка. Чуть-чуть другая. Знаете, во многих городах была я по Волге, вдоль Волги, которая находится, Казань, да, там, рядышком, которая находится в Самарской области. Вот у всех пятиэтажки разные. Ну, такую, кстати, впервые вижу здесь. Здесь я особо не хожу, поэтому особо не замечала. Вот везде, во всех городах, все пятиэтажки разные, абсолютно разные. Чтобы точно такая же была, как и в Самаре, это очень редкость большая.